Всем привет, друзья! Сегодня я лечу в Мехико-Сити на вечернем рейсе. Ждите новое видео из Мехико-Сити. Это транзитный город, через который летят рейсы в Тихуану, в Мехикали, в Хуарес, в Сонору и так далее. Вот наши пилоты, бравые ребята, рядом с ними бортпроводники, все остальные. Ждем открытия гейта номер 64, вылет в Мехико-Сити в 20:45. Вот нигде в других местах такого не видел, только здесь, в Мексике. Мы прилетели в Мехико-Сити по плану адвокат, которого мне рекомендовали друзья из департамента полиции, федеральной полиции, которых я знаю уже достаточно долгое время. Как вы знаете, в прошлом году зимой я провел здесь более 4 месяцев, жил, обзавелся друзьями, знакомыми. Наша задача сделать так, чтобы люди с зелеными, синими паспортами въезжали в Мексику. И туда, куда я пойду, там даже интересно, что тут коррупция, что людей не пускают, хотя у них есть официальные документы для въезда. В общем, будем подключать адвокатов, чтобы люди въезжали беспрепятственно и без проблем. Вот. Аэропорт поменялся, я был тут последний раз 8 месяцев назад. До меня сюда приезжал Алексей, который привозил Айнуру. Если вы это видео еще не видели, рекомендую посмотреть на нашем канале, есть целый плейлист. Начиная с подготовки ее кейса в Москве и заканчивая, собственно, ее переезда в Соединенные Штаты. Она сейчас находится в Чикаго. В общем, друзья, идем на такси. Всем Gracias удачи. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Что переводится как «спасибо, увидимся снова». Я, кстати, учу испанский, уже продвигаюсь. Язык нужен, второй язык в мире. И на нем говорят в Америке. Очень многих штатов, в Калифорнии, в Аризоне, в Нью-Мехико, в Техасе. Ну, в Мехико-Сити, кстати, вот люди даже в пальто ходят. Так что нужно было взять зимнюю одежду. Плюс 18 градусов. В Канкун было больше 30, а здесь так не тепло. Но в Мехико-Сити здесь такая особенная погода. Часто бывают дожди. И зимой здесь бывает холодно. Температура опускается до 12 градусов. Сам на себе лично это испытывал. Это, кстати, наша машина. Мы едем на такси. Смотрите наше видео. Всем пока.